Добрый вечер, привет всем! Вы на канале Пиратская жизнь! Мы еще пока дома, но мы уже как бы ментально. Ну, короче, вы знаете, у нас путешествие. Все, Ван, пока я тут болтаю, Ван уже жрет. Да. Что за фигня? Ребятки, доедаем наш вкусный плов. Знаете, вот такой горочка плова. Салат, фрукты. Вот. Приятного аппетита! Кстати, какие фрукты. Приятного аппетита, да. В общем, фрукты сейчас купила, шли после машины, забрала, кстати, кофе, все хорошо, и вот купила фрукты. Абрикосы просто, блин, обалденные, они прям, знаете, они медовые, прям такие вкусные-вкусные. Я не знаю, как они называются, но очень вкусные. Там шел черешня по 300 рублей. Че черешня по 300 рублей? Этого черешня по 380 было. Ну, в принципе, она хорошая, она крупная такая, знаете, и черная. Я там сговорилась, там у меня, в общем, полкило абрикосов получилось, где-то 538 грамм, и кило 150 черешни. В общем, все он мне отдал за 600 рублей. Вот, я с ним там торговалась с Маниничем. Где это там? Ну, он прямо рядом с Пятерочкой. Угу. Я там взяла. Который с газетки-то? Да, угу. С газетки. Вот. В общем, я там раз так торговала. А те уже ушли? Домой? Нет, там они были, ну куда подумал. Он вот прям тут. Я купила. Малюрия хорошая такая. Лежит. Она, кстати, с каждым днем дешевеет. Черешенька. Это что начала появляться и здесь. Угу. Вот она и дешевеет. А знаете, я с собой самолет возьму. Немножко. Там у меня осталось грамм 400. По-моему. Ой, я. В кино сидела, трескала, блин, так вкусно, вообще. Мамка всегда, я не буду. А я стрескала, а мне кайф. Знаете, как я называю, семечки. Вместо семечек. И плов как раз, видишь, я прям рассчитала все до миллиметра. Салатик. А завтра на завтрак, наверное, да. Что-нибудь придумаем. Посмотри, что там из еды осталось. Вот тут финал, короче, этого голоса. Тут встают, орут. Как сказал зал Градский. Градский бы сказал так. Громко орать, что не шпи. Вы, конечно, нормально орете. Ну-ка, орать это еще не значит. Вы орете великолепно. Но орать это еще не значит петь. Угу. С кисточком, прикольно. Вещи нифига не собрали. Что-то так приехали. Думаю, сейчас поесть. То спокойненько видишь, что, блин. Я уже снимать не буду. У меня стандартно. В общем, все как всегда. Куча одежды. Фен. Таблетки. Что там еще? У меня уже походный набор с помощью шампуней. Вот это вот я беру. Кстати, так удобно. Я прям залила полностью. У меня с собой вот будет полностью набор. Так удобно. Он рассчитан где-то на 2-3 недели. Вот этот наборчик хватает. Отлит шампунь, бальзам и прочее. Пресняков будет сейчас. Из команды. Но они сейчас наставники поют вместе с этими своими. Да. Ну что, попали на финал. Еще хочу кичку. Что ты голодный такой? Песенка Сансар, чья? Да. Басты. Ну смотри, кстати, вчера этот сериал Сансара. Прикольный сериал. Ну такой, знаете, ну в некоторых местах заподумайтесь. О неизбежности жизни, что нужно, как говорится, делать добро, созидать. Злые поступки тебя рано или поздно могут закрутить в круг сансары.
И ты из него хрен выберешься. Вот. Что, твори добро на всей земле. Твори добро. Вы в итоге что, все исправил свое? Ну. Но то, что он исправил, и все равно не, блин, вернуло его в нормальное течение времени. Нет, поток-то нормально. Угу. Он вернулся в течение времени, нормально, да? Признался этой, что ее любит. Ну да. Так. Никогда. Все исправил. Это был спойлер от Лавана. Он как всегда. Я же не сказал, кто чего. Кто чего? Главный герой признался главной актрисе. Ничего не сказал. Это а, блин, это сказал. Я уже сказал, да? Ты сказал спойлер. Ну, пожалуйста. Его знаменитая песенка. Ну, сейчас потихонечку соберем вещи. Вот. В принципе, ноутбук я уже подготовила. Все подготовил. У нас уже стандарт. Мы так часто, знаете, ездим, что уже схема отработана. Все там, раз. Заткань, позавтракаем. И поедем. Поправился как. Уже не может так дрыгаться на сцене. Ты знаешь, что уже не Аполлон. Да, сапай, мне жанна. А как раньше ты дрыгался? Что уже? Завтра у нас тоже будет все от сапа. Как мы сегодня шутим. Парень Наталья. Обожаем, а ты и желанна. Бутер твой неземной, он повсюду со мной. Стюардесса по имени Наталья. И как вкусно плов, а? Окей. Красный лук положили в салат. Что-то он такой ядреный. Нормально. Пробирайся. Тебе кажется. Да? Угу. Может быть. Самый ядреный это зеленый. Он подсох. Я распитала все. Так, будет салат тебе придется дать. Что-то у меня прям слишком такой. У тебя все слишком. Острый. У тебя все острый. О-о-о-о. Начал. Выкаблучиваться. Кстати, кто был на стриме, если стрим состоялся, я даже не знаю, напишите в комментарии, что там, как было. Где? На стриме. На каком? Который прошел. Да. У меня тоже круг сам старый. Просто примерно представляю, что должно быть. Я знаю, когда это выйдет. И понимаешь, ну вот. Я задаю такие вопросы. Наводящие. Да. Тут два салата. Там тоже пляж туда. Ну, все. Ну, все. А, выиграла что ли? Да ни хрена. Мне не понравилось, как она прям. Очень писклявый голос. Так, а у этого что, нет, что ли? Но она вот под него и косила. А ну, смысл какой? Закосить. Выиграть. Все? Страх прошел, да? Что? У тебя? Да, у меня прошел, кстати, страх. Вот реально, знаете, первый раз, когда я ездила с Лаваном, я боялась вообще, девочки, представляете? Но я не показывала ему этого страха, потому что я понимала, что если он... Только сейчас ронит, да?
Да. Негодяй. Да. В яму. А сейчас вот мы ехали вообще. Мы едем уже, болтаем, музыку слушаем. Вообще красота. Вон ванна уже газку придает. Поделать разумно. Сейчас ехали, но спереди мотоциклист ехал. Не знаю, он какой-то, походу, первый раз, да. Он вот едет по правой стороне, но жмется в центральную часть. То есть он как бы место занимает. Его не объехать, ни... Блин, к левой жмется. Угу. К стороне. Еду к бордюру. Вот у него, видите, три, блин, полосы. Он едет в средней и ближе, и жмется влево ближе. То есть там, ну, сложно его объехать. Его никак не набьешь. Угу. Там то, что правая полоса, она выделена как... Ну, да, для, едет еще так еле-еле. Для автобусов. То есть к ней ты его никак не набонишь. Там, блин, камера стоит. И он еще, знаете, едет еле-еле. Просто мы с Иваном обматерились оба. Да там, наверное, все обматерились. Угу. Собрал такую кучку. Да, за собой. Сзади, на подъеме. Вот. Ужас. Причем, как он говорит, ему даже не посигнали. Посигналишь, еще, не дай бог, испугается. Упадет. Упадет, да. Потому что все ехали аккуратненько за ним. И думали, куда он вообще там свернет. Такой ощущение, как будто действительно первый раз был. Ему бы в другую сторону приезжать, вправо, где выделенка. И его все обгоняли просто, все. Да. А он бы встал как раз, где его не обогнать, между двух этих. Ехал бы он с вами пердячим моторе, как говорится, дальше. Его бы там объехать, а там поток летит тоже. Угу. Вверх. И это также не, блин, правильно, где его учили, не знаю. Но у меня такое ощущение, что он просто первый раз ехал. Забыл все, как ехать. Главное, ехал, знаете, так медленно. Ну, он в пределах нормы, конечно, ехал, но... Он 40 ехал. Угу. Блин, а ты меня черешня с писькой. Почему мне так везет? Он черешня с писькой. Причем прям полноценная писька. Смотри, ну, пардон, снять меня. Он так есть перерыв. Блин, девки. Жалко, на мотоцикле нельзя по... Порно, у нас это, извини, не порно, а это. Короче, ролик такой. Не очень такой прикольный. Короче, 18+. Мукбанк 18+. Блин, как такое? Представляете, как природа делает? Сейчас мы за всех мужиков, девочки, отомстим за всех мужиков. Мы сделаем вот так. Мне кажется, с мужиков там грудил. А вы природу не придумали, да? Вот тоже формировалось. Ну, зачатка осталась. Это, походу, должно было быть две. Одна неполноценная. Абрикосы. Он прям, знаете, медовая. Вон хоть это отстал. На проспекте. Который в шашечки играл. На блинбэхе своей. Между рядами. Смотри, хорошая. Вышку с ним. Забрала какие-то дешевые по 150 рублей. Они так быстро испортились. Мелкие какие-то. Да. А эти вот по 350 у него. Но они прям крупные, сочные. Вот я там шел, где ты брала маленькие. И что там почем? Почем у него все сейчас? Что? Он продает еще? У них нет мелких. У них тоже крупные только. Почем там? Я не помню. А черешня, да? 350. 350 уже? Да. Ни хрена себе, а я по 380. Он говорит, днем была 380, а сейчас, говорит, 350. А она уже все. Говорит, день-два, и там уже выкинешь все. Угу. Поэтому либо ты ее продаешь. Вот он и продает ее по 350 сейчас. Ближе к вечеру. Не, ну ее тоже, кстати, хорошая. Так-то. Они более красные, дети более идут, черные. Люди берут, что нет, скинул цену и берут люди, чем выкидывают. А вот, знаете, в сезон, просто вот, у меня клубника так вот не заходит, вот черешня просто обожаю. Просто я фанат, для меня это, говорю, как семки.
Сейчас он блюдо положить, когда с Иваном смотрим сериал. Он вот так вот, а я с другой стороны сижу. И у нас между нами блюдо. И он так вот ложится, и он прям так в блюдо вот это, прям вот лицом вот так, хам. Можно сказать, прям оттуда вот так вот берет. Я говорю, ну ты же прям туда ныряй, что-то стесняешься. Ну, блюдо прикосно. Божественно. Все, что хочешь есть. Все, что хочешь. Только успею деньги отчитать. Ну, там, знаете, у нас еда такая незатейливая. Но у нас всегда есть фрукты, всегда есть овощи, салаты какие-то такие. На второе, убиваем, не важно. Плов, мясо пожаренное, картошечка отваренная. Все. Чего пендрёшь-то? Такие, знаете, там, делают там мясо запечённое в чём-то там туда-сюда. Господи, просто пожарить стейк и всё. Лучший вариант, по-моему, чем выкаблучивать со всякими этими штуками. Чем проще, тем вкуснее. А ты знаешь, как селедка с картошкой отварной, молодой, с укропчиком, все, больше ничего не надо. Ты бы так сегодня так стоял, я. Машинка. Так стоял? Да. Ты жопу поставил? Угу. Жопу поставил? Да. Сам, без меня? Я как, там две как стояли, так стоят, а рядом с ними пусто было, два места. Я туда заехал, и оттуда попой к нам, вот так, где... Тут, ну, тут машинка, две, тут пусто. Я сюда въезжаю и отсюда так. И жопкой. Тык-тык-тык. Попкой раз, так. Попкой. Раз, и сюда. Не, тебе надо тренироваться жопу вставать. Ну, потому что это полезный такой навык. Идем к ней, короче, попробуй клевер сделать один раз. Там сначала... Передом это делаешь клеер, а потом попкой. Попкой. Я называю жопкой, а ты называешь попкой. Иван уже полюбил нашу машинку, у него не жопка, а попка. Вот так вот. Ну, теперь отдыхать будешь. Я заметила, что там все, кто на солярисах, ну, они все на поворот стоят, ждут. Только раз они по газам и полетел. Угу. Не, хорошая. Она при объеме 1,6 у нее 123 лошадки. То есть она, прям, знаете, она так это газует прям очень хорошо. С места рвет. Она вообще прям рвет. Да, маленькая, она такая прям, знаете, прям бодрая. Прям такая. А нам больше тебе не надо. Нам не надо огромные машины там. Джипы. Пока что. Для начала, я считаю, во. Нам просто за глаза. Главное, что по технической части она идеальна. А все остальное... Ой. Ладно. В общем, будем заканчивать. Все. Пошли мы доедать фрукты, собирать вещи. Увидимся с вами уже завтра. Всем всего хорошего. Кто был на стриме, обязательно отпишитесь, что там было вообще, был он или нет. А мы увидимся в следующих выпусках. Уже завтра мы открываем новое путешествие. Любим всех, целую, увидимся в следующем. Пока-пока.